Супруги Ивановы повздорили. Семейная ссора. Муж пришел домой под утро, загулял на работе и тут же был выставлен за порог с вещами. Мужчина расположился на скамейке у парадной. Его взгляд привлек лежащий на земле человек. Одежда незнакомца была окровавлена, а на мертвом лице застыл смертельный ужас. Перепуганный гражданин бросился к ближайшему телефону-автомату срочно вызывать милицию. Так начиналась эта драматическая история, в которой было все. Убийство известного артиста, слепая любовь, жгучая ревность и страшная месть. Типовая пятиэтажка на окраине Петербурга. Таких по стране миллионы. И все благодаря Никите Хрущеву. По его инициативе в стране стали строить дешевые коробки, лишенные архитектурного оформления. Цель была простой – переселить людей из грязных бараков и дать пускай маленькое, зато отдельное жилье. Кстати, по плану Хрущева дома эти считались временными, на 15-20 лет службы, не более. А потом наступило бы изобилие. Но, как видите, здания стоят до сих пор. Именно под окнами пятиэтажки по проспекту Суслова осенью 85 года нашли труп мужчины. И это уголовное дело стало одним из самых громких в Ленинграде того времени. В советское время убийство ЧП городского масштаба. Такие дела всегда были на особом контроле у руководства. Там же сразу начал работать уголовный розыск 14-го отделения милиции. И начал работать второй отдел, по-моему, УР. Татьяна Мещенских в середине 80-х жила в том самом доме, где произошло убийство. И прекрасно помнит трагические события. Приехала и скорая, и милиция приехала, и тут начали ходить и по квартирам, все спрашивать, по подъездам, и к нам тоже приходили. Судмедэксперты заключили, смерть погибшего наступила между 3 и 4 часами утра. Следствию могли помочь свидетели, но их не оказалось. В это время самый крепкий сон, на улице никого. Неужели никто ничего не видел? Не могли найти, откуда он. Этот труп вообще появился здесь, под окном. Установить личность погибшего оказалось непросто. Оперативники обходят все квартиры в доме, рядом с которым был обнаружен труп. Но информации никакой. Этот мужчина в нашем доме не жил. Соседом нашим, так сказать, не являлся. Однако вскоре появляется важный свидетель. Один из жителей соседнего дома узнает в пострадавшем таксиста. Недавно тот отвозил его в больницу. Сыщики отправляются в ленинградские таксопарки, начинают кропотливую работу. И в деле происходит новый поворот. Таксист в СССР – профессия уважаемая и высокооплачиваемая. Зарплата 250 рублей, и это без учета левого дохода. В кино таксистов изображали образцово-показательными. Например, Николай Крючков в фильме «Горожане» или Олег Ефремов в «Три тополя на Плющихе». Красавец и покоритель простого женского сердца. И эти фильмы во многом правдивы. Далеко не все таксисты плутовали. Попадались честные, не боящиеся перечить даже знаменитостям. Так однажды известный хоккеист Кузькин с друзьями попытался без очереди сесть в машину на стоянке. Но принципиальный таксист вести отказался. Завязалась драка, которая стоила знаменитому спортсмену карьеры.
Примечательно, что в драке с чемпионами участвовали и простые граждане. Мы тут стоим и мерзнем, а эти без очереди прут. Бей их, товарищи! Вот такие были времена. Оперативники просмотрели сотни личных дел сотрудников таксопарков и нашли фотографию мужчины, очень похожего на пострадавшего. Снимок показали свидетелю. Да, этот гражданин был за рулем такси. Так сыщикам становится известно имя и фамилия убитого. Андрей Солодуб. Женат. Водитель таксопарка Кировского района Ленинграда. Воспитывал двух маленьких детей. Неоднократно награждался почетными грамотами за добросовестный труд. Сыщики опрашивают друзей и знакомых погибшего, и выясняется очень любопытная деталь. Незадолго до смерти Солодуба видели с эффектной блондинкой. Выходит, погибший изменял жене? А что, если к его гибели причастна та самая роковая красавица? Однако поиски таинственной незнакомки ничего не дают. Майор Родин продолжал рассматривать все возможные версии, порой даже самые невероятные. То есть ни одну из версий, даже самую абсурдную, нельзя оставлять без внимания. Предусматривать надо все. Имеет быть версия любая, вплоть до инопланетян, но надо проверить. Сыщики не исключают, погибшего могла сбить машина. Однако судмедэксперты делают заключение. Те травмы, которые он имел, они были несовместимы с травмами, которые бы нанес автомобиль. К тому же вывод экспертов однозначен. Такие повреждения на теле Солодуба характерны для падения с высоты. Но откуда выпал мужчина? Обход квартир не приносит результата. Зацепок никаких. Никто ничего не видел. В то раннее утро Василий Абрамов собирался в рейс. Дальнобойщик вышел из подъезда, когда увидел во дворе драка. Двое парней избивали человека. Сначала Абрамов хотел помочь, заступиться, но смолодушничал. Шофер предпочел не ввязываться и поспешил уйти. А потом его замучила совесть, и Василий сам пришел в милицию. Я разглядел одного из нападавших. Это был Ванька Зайцев, местный хулиган. Его многие у нас знают. Зайцева задерживают, но выясняется, в то утро они вместе с закадычным дружком избили жителя соседнего дома. Причина пустяковая. Не дал им закурить. Но потерпевший не стал писать заявление. Боялся связываться с хулиганами. А значит, Зайцев не имеет отношения к гибели Солодуба. Выходит, опять мимо. Сыщики топтались на месте, а дело с каждым днем грозило превратиться в глухарь. Сомнений было больше, чем уверенности, поэтому дело приостановили. Так я вот думаю. Спустя 3 месяца поступило сообщение. На окраине Ленинграда совершено новое преступление. Его трагедия в кино. Я вам нравлюсь. Лучший батон. Вот видите, вы даже называете меня как друг. И в жизни. Такое ощущение было, что вы пытались сжечь. Кто погубил известного актера? Осторожно, в деле замешана блондинка. Смерть артиста. Непридуманный детектив в фильме из цикла «Легенды советского сыска». На пульт дежурного милиции поступило сообщение. Недалеко от платформы «Дачная» обнаружен труп неизвестного мужчины.
Железнодорожная платформа. Стук колес проходящих поездов, гудки локомотивов, суета пассажиров и ни с чем не сравнимый запах просмоленных шпал. Так и хочется сесть в вагон и уехать далеко-далеко, подальше от шумного города. В далеком 85-м году на железную дорогу прибыли сотрудники ленинградского угрозыска. 02 набрала одна из местных жительниц. Она вышла из электрички. Вдруг взгляд привлек какой-то замотанный тюк на земле, а из него торчала человеческая рука. Испуганная женщина бросилась вызывать милицию. Вскоре на месте происшествия работали оперативники. Свой выезд сыщик Евгений Родин помнит до сих пор. Он и сейчас готов показать место, где было обнаружено мертвое тело. Сейчас здесь, конечно, все изменилось. А тогда это было заброшенное место, это край города, было вообще дикое поле. Труп неизвестного мужчины был завернут в ковер. Целое богатство по тем временам. Значит, не ограбление, не банальная драка, а хорошо спланированное убийство. Почему же преступник или преступники не пожалели дорогостоящего изделия? Ковер в СССР был в каждой семье. Им гордились, берегли и передавали по наследству. Ведь стоили ковры немало, от 200 рублей и выше. Это было мерилом благосостояния. На эту тему даже ходил анекдот. Один приятель говорит другому: у моих соседей второй месяц с балкона ковер свисает. Сушат они его, что ли? Да не, отвечает знакомый, у них просто в квартире место под ковры закончилось. Хотя были распространены и дешевые коврики из синтетики с оленями или медведями. Такие ковры выпускались в СССР огромными партиями. Их вешали на стену, как правило, около кровати, и не снимали годами. Настоящий пылесборник. Вот такие были времена. В нашей сегодняшней истории ковер был настоящий, из чистой шерсти, и все-таки его не пожалели, завернули труп. Когда ковер раскрутили, даже опытные сыщики были поражены. Живот был исколот ножом, тело обожжено, а лицо разбито в кровь. Он был в какой-то странной позе, руки связаны были, ноги связаны. На теле были множественные ожоги, даже такое ощущение было, что его пытались зажечь. Но откуда такая жестокость? Выходит, несчастного пытали, а потом хотели избавиться от трупа. Нет тела, нет дела. Его вообще сложно было опознать, поскольку лицо там было исковерканное, истыкано ножом. Молотком голова вся была разбита у него. Однако установить личность погибшего удалось. Один из оперативников узнал в пострадавшем кинозвезду и добавил: «В кино ходить надо». Это кадры из фильма «Не болит голова у дятла» режиссера Динары Асановой. В 1974-м картина сделала 16-летнего Сашу Богданова знаменитым. Он сыграл самого себя, подростка-бунтаря с тонкой и ранимой душой. Во-первых, сегодня последний день занятий. А во-вторых, я вам нравлюсь. Лучший батон. Вот видите, вы даже называете меня как друг. После яркого дебюта никто не сомневался. Александра в кино ждет большое будущее. Настолько органичен он был на экране. Актер не играл, а словно жил в кадре. Он был интересный, живой, любознательный. Как актер, он хорошо сделал свое дело на съемочной площадке. Он был способный человек. А раз он был способный человек, он мог хорошо и сниматься. Но неужели кто-то убил известного артиста? Нет ли ошибки?
сыщики проверили заявление по розыску без вести пропавших. И удача! Эту фотографию принесла в милицию жена пропавшего актера, когда писала заявление об исчезновении мужа. Когда оперативники посмотрели на снимок, сомнений не осталось. Убитый мужчина – Александр Богданов. Во время опознания вдова с трудом держалась на ногах, не могла смотреть на изувеченное тело мужа. Но кто мог так жестоко расправиться с известным актером? Версия номер один. К убийству кинозвезды может быть причастна поклонница. Вскоре сыщики выходят на некую Татьяну Иванцову. В тот день Александр Богданов не смог пройти мимо красивой девушки. Она стояла и горько плакала. Актер заговорил с незнакомкой. Та пожаловалась, у нее вытащили кошелек. И теперь не на что даже хлеба купить. Александр протянул девушке 10 рублей. Сумма немаленькая. Завязалось знакомство. Богданов и представить не мог. Девушка подстроила эту встречу специально. Татьяна была тайно влюблена в известного киноактера. До этой встречи она писала Александру любовные письма, но тот не отвечал. Татьяна мечтала выйти замуж за своего кумира, ведь он такой интересный, умный, талантливый. И уезжай насовсем. Как насовсем? Послезавтра. Отец получил направление в Мурманск. Он же военный. Я понимаю. Именно таким Таня и представляла будущего мужа. Вот только сам объект не испытывал к назойливой поклоннице никаких чувств. Богданов был женат, воспитывал 2 детей. Ему было не до интрижек на стороне. Нужно кормить семью. Он производил хорошее впечатление такого основательного, простого человека, который хочет работать. Потом у него появилась семья, дети. Он хотел жить нормальной, хорошей жизнью трудовой. Но Татьяна не унималась. Строчила любовные письма и даже посылала телеграммы на дом актеру. Надеялась, ревнивая жена не выдержит и уйдет. Что же произошло после якобы случайного знакомства? Вероятно, планы Татьяны на замужество не сбылись. Возможно, девушка затаила обиду и отомстила. Сыщики решают провести обыск в квартире Иванцовой. Во время обыска оперативники обнаружили фотографии Богданова. Они были развешаны в квартире Татьяны. А один из снимков залит красной краской, словно кровью. Неужели это тайный знак? И Татьяна действительно замышляла убийство. Иванцова решают задержать. Однако у девушки железное алиби. В день, когда произошло преступление, она проходила плановое лечение в психиатрической больнице. Ее поместили туда во время очередного обострения. Значит, Иванцова не убивала? А может, сделала это чужими руками? Сыщики обходят все близлежащие дома рядом с платформой «Дачная», где в ковре был обнаружен труп киноактера. Работа кропотливая и сложная. Мы давали задание каждому из личного состава. Ну, обходом не один человек занимался, там, я как помню, человек 15, наверное, не меньше. Потому что это жиломотив, надо было обойти, каждого опросить. Обход микрорайона сыщики проводили несколько раз. Кто-то на работе, кто-то куда-то уехал. Но установка такая обязательная, чтобы каждого человека просить, пока не наткнемся на какие-то интересные факты. Вскоре оперативники находят важного свидетеля. Пожилую женщину, которая видела, как рано утром некие люди везли что-то завернутое. Пенсионерка запомнила, тюк везли с помощью хозяйственной сумки-тележки на колесиках.
Сегодня подобные сумки уходят в прошлое. К тому же у многих есть личные машины. А когда-то сумка-тележка была мечтой советских хозяек. Еще бы! В ней можно было перевозить тяжелые грузы даже в общественном транспорте. Для дачников вещь просто необходимая. Помню, моя тетя очень обрадовалась, когда ей посчастливилось купить такую тележку. Она была литая, на больших колесах. Делали подобные изделия на секретном оборонном заводе по конверсии. Поэтому и служит тележка до сих пор. Именно такую сумку-тележку и увидела пенсионерка в то утро. Но что за поклажу перевозили в столь ранний час? Свидетельница смогла описать подозрительных людей. Первый – мужчина лет 25, вторая – женщина постарше, но симпатичная, блондинка. Теперь у оперативников были приметы подозреваемых. Сыщикам повезло. На месте преступления остались следы от колес хозяйственной тележки. По ним оперативники смогли восстановить направление движения. Ленинград. Платформа дачная. Место убийства актера Богданова. Эксперты установили. Хозяйственную тележку катили со стороны проспекта Суслова. Расстояние немаленькое. Почти 2 километра. А следы как раз привели к дому. Ага, вот он. Отсюда, значит, от этого дома. Сыщики проводят титаническую работу. Опрашивают жителей каждой квартиры. А это порядка 1000 человек. И выясняют, откуда вышли предполагаемые преступники. Проспект Суслова, дом 30. Сейчас дачный проспект. Этот адрес был хорошо известен оперативникам. Именно здесь произошло убийство таксиста Андрея Солодуба. Но тогда по горячим следам преступника не нашли. И вот спустя 3 месяца из этого же дома вывезли труп актера Богданова. Совпадение? Вряд ли. По теории вероятности Альберта Эйнштейна, 1 шанс из миллиона. К тому же выяснилось, в деле Солодуба тоже фигурировала симпатичная блондинка. С ней Андрея видели незадолго до гибели. И вот опять загадочная блондинка замешана в новом преступлении. Неужели это одна и та же женщина? Новый поворот в расследовании. Мог ли он упасть с того балкона? И королева красоты. Это должна быть женская рука. Кто еще попадет в ее сети? Впервые на экране дело об убийстве известного актера. Смерть артиста. Непридуманный детектив из цикла «Легенды советского сыска». Сыщики продолжали расследование загадочных преступлений. По-прежнему было неясно, кто и за что лишил жизни таксиста Солодуба, а чуть позже убил популярного киноактера Александра Богданова. Что связывает две трагедии? И какую роль в этом деле сыграла таинственная блондинка? На поиски подозреваемой бросили все силы. Подключили негласный аппарат. Ее ориентировки разослали по всем отделениям, постам ГАИ, линейным пунктам в аэропорту и на вокзалах. И вскоре блондинку заметили в одной из аптек. Туда она часто заходила за перекисью водорода. Многие женщины в СССР мечтали осветлить волосы, стать блондинками. Но качественных красок практически не было. Поэтому в ход шли подручные средства, в том числе и обычная перекись водорода. Конечно, порой цвет получался странным и неестественным,
Но это не смущало наших мам и бабушек. Ведь красота требует жертв. А сжечь волосы могли и в парикмахерской. Прямо как в советском фильме «Салон красоты» режиссера Александра Панкратова-Черного. Мастер передержал перекись, и волосы клиентки стали выпадать клочьями. Что случилось? Сожгли! Офелия! Сожгли! Опросили жильцов и выяснили, крашеной блондинкой, покупавшей перекись, была некая Марианна Барсегян. Проживала на 4-м этаже дома номер 30 по проспекту Суслова. Снова знакомый адрес. Здесь нашли труп таксиста Солодуба. Отсюда везли тележку с телом актера Богданова. Сыщики сопоставили приметы. Сомнений быть не может. Блондинка и неизвестный попутчик – это Марианна Барсегян и ее гражданский муж Андрей Перцев. Именно их ищет вся ленинградская милиция по подозрению в убийствах. Первый осмотр квартиры ничего не дает. После таких повреждений, которые были на трупе, квартира должна быть залита кровью, это комната, где произошло. Все, осмотрели, ничего не нашли. Но как такое возможно? Может быть, преступники все тщательно замыли? Я бы так не смог отмыть квартиру. Это должна быть женская рука, в общем-то. Потому что это было так все вымыто, выскоблено, вымыто, все выстирано. Майор Родин решает продолжить осмотр. В квартире вскрывают полы и обнаруживают следы крови. И потом еще кровавые пальцы нашли на дверце тумбочки. Но с внутренней стороны. С внешней стороны смыли кровь, а изнутри забыли. Эксперты заключают, кровь принадлежит убитому актеру Богданову, а отпечатки пальцев – гражданскому мужу Марианны Андрею Перцеву. Но это не единственная улика. Здесь же находят хозяйственную сумку-тележку, на которой перевозили тело артиста. Отпираться было бесполезно, и Марианна дает показания. Рассказывает, что сама пригласила артиста в гости. Девушка с детства увлекалась театром. Попросила прослушать ее пение. Марианна и представить не могла, что Перцев, увидев незнакомца, схватится за нож. Андрей заподозрил меня в неверности и набросился на артиста Богданова. После убийства Перцев решил избавиться от тела. Пытался сжечь в ванной, но это оказалось непросто. Тогда решил распилить. Поскольку не сгорел труп, взял ножовку, стал пилить. Не имея навыков, не смог это сделать, но Богданов еще жил. Его еще нельзя было назвать мертвым. Когда Богданов затих, Перцев приказал Марианне помочь ему завернуть труп в ковер. Кричал, что убьет, если она ослушается. Рано утром они перевезли тело погибшего к платформе «Дачная» и оставили там. Но это было не единственное убийство. Оказывается, 3 месяца назад Перцев расправился с еще одним знакомым жены – Андреем Солодубом. Мотив тот же – ревность. Он выбросил несчастного в окно. Сознавал, что человек, которого он выбросил из окна, лежит весь переломанный, а на этом Солодубе там живого места же ведь не было. Там у него разрывы внутренних органов было, очень много чего. Солодуба можно было спасти, но скорую никто не вызвал. Чтобы закрепить показания Марианны, берут на исследование краску с подоконника. Сравнивают с частичками, найденными на одежде Солодуба. Полное совпадение. Сыщики проводят следственный эксперимент. Они выбрасывают из окна нехорошей квартиры манекен. Фиксируют траекторию падения. Она полностью совпадает с расположением
трупа Солодуба. Это была еще одна улика в копилке сыщиков. Но где же сам убийца? Тайная жизнь примерного семьянина. Для всех было просто потрясение. Кем на самом деле оказался убийца? Тонкая оперативная комбинация. Друг друга начинают сдавать все. И каким будет приговор? Впервые на экране дело об убийстве известного актера. «Смерть артиста». Непридуманный детектив из цикла «Легенды советского сыска». По улице шел мужчина. На лице темные очки. Ворот плаща высоко поднят. Создавалось впечатление. Гражданин старается закрыться от посторонних глаз специально. Но сыщики сразу определили в нем особо опасного преступника Перцева. Один из переодетых оперативников подходит и спрашивает, который час. Но Перцев пытается скрыться. Тщетно. На запястьях убийцы защелкиваются наручники. Однако Перцев уходит в полный отказ. «Я никого не убивал. Это Марианна вытолкнула Солодуба в окно». И тогда майор Родин придумывает оперативную комбинацию. Сообщает жене, муж пытается переложить вину на нее. «Когда доходит дело до тюрьмы, как правило, друг друга начинают сдавать все. В данном случае эта поговорка «своя рубашка ближе к телу», она срабатывает». Блондинка называет книгу в своей квартире. «Откройте ее, там записка». В ней Перцев грозился расправиться с Солодубом. «Если еще раз увижу, как ты любезничаешь с Андреем, убью его. Так и знай, мне надоели эти ваши шуры-муры». Пройдет полгода, и Перцев исполнит угрозу. Вытолкнет Солодуба в окно. А потом запретит Марианне звонить в скорую помощь. Гражданская жена Перцева по своему складу была очень похожа на героиню Ирины Муравьевой из фильма «Москва слезам не верит». Мечтала выгодно выйти замуж. «Чтобы генеральшей стать, надо за лейтенанта замуж выходить. Да помотаться с ним по гарнизонам 20 лет. По тайге всякой, по пустыне». «Ой, Полина, у тебя ж все по правилам. А в жизни еще и лотерея есть. Вот я всегда лотерейный билет покупаю». Поиски своего принца Марианна начала сразу после школы. В 18 выскочила замуж. Но этот брак продлился недолго. От бывшего супруга девушке досталась только фамилия. Марианна продолжила охоту за женихами. В 35 поняла, ее поезд почти ушел. Именно тогда она и встретила Перцева. Подумаешь, на 10 лет моложе, так даже веселее. Но семейная жизнь не сложилась. Перцев держал жену в ежовых рукавицах, запретил общаться с подругами и следил за каждым шагом. В гости приходили только его друзья. Среди них одноклассник Андрей Солодуб. Таксист был очарован Марианной и явно искал повода для встречи. Однажды ждал ее во дворе несколько часов. Это увидел из окна ревнивый муж и был вне себя от ярости. Ведь он предупреждал Марианну о последствиях. Перцев пригласил Солодуба в гости, а затем вытолкнул из окна. Через 3 месяца матерый уголовник лишил жизни и актера Богданова. К этому убийству его также привела слепая ревность. Увидев почти театральную сцену, в его мозгу произошло короткое замыкание. С его женой флиртуют на его глазах. Бывший уголовник хватается за нож, наносит удары, а потом бьет гостя молотком. Затаскивает в ванную, обливает одеколоном кровавые раны. Богданов то ли кричал, то ли стонал, что «ой, как мне больно, что вы делаете?».
То есть Перцев сознавал, что человек-то еще не труп, он это еще живой человек. Вместе с женой он вывозит на тележке труп к железнодорожной платформе, а потом заставляет Марианну замывать следы. 5 томов уголовного дела. Полная летопись криминальных подвигов Перцева. Почти 1000 страниц. 2 отнятые жизни. Лишил престарелых родителей сыновей и маленьких детей отца. По иронии судьбы, актер Богданов пережил Динару Асанову всего на 4 дня. Его жизнь оборвалась так же трагически, как и жизнь любимого режиссера. Саша был талантливый человек. Талантливый — это внутри себя. Он был способный, талантливый человек. Вдову Богданова увезли в больницу прямо из зала суда. Молодой женщине стало плохо с сердцем. Она тяжело переживала гибель мужа. Но Перцева это не трогало. В его взгляде читалось холодное безразличие. Это уже, по-моему, уже психиатрия уже. Как можно живого человека сжигать и пилить вообще? Андрея Перцева приговорили к 15 годам. С отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Его жена, Марианна Барсегян, наказание избежала. Попала под амнистию по случаю 40-летия Победы. Так закончилась эта драматическая история. Ну, а моих героев, сыщиков ленинградского уголовного розыска, впереди ждали новые тайны. Но об этом в следующий раз.